спрашивать нас 9 будет. Ну, раз спрашивают, что у нас 9, то, наверное, наш. Славы нету. Шо? Шо, шо? Чо? Эх. О, сейчас отмечем. Кто-то с колонн сидит без наушников, потому что я эхо слышу. И себя слышу. О, прикольно. 500 игр. Господи, сколько времени. Сейчас пусть включается, напиши, пусть. Что мы согласились сегодня с ними играть 3-3,5 звезды. Никто не хочет вообще. Выходим и писю. Может играть. Ты что же так нажимаешь периодически? Эй, да, слышно, друга? Там к нам ломится, просится очень за нас поиграть. Тип один. О, короче, играл в Джетстиме. Играл в Кобрах. Вертушка 68. Да. Потом разосрался с одним из админов в Кобрах и говорит, возьмем на просмотр его. Надо спросить. Вадим, знаешь такую вертушку? Ну, можно посмотреть. Он говорит, в принципе, левый защитник ЛПЗ, как бы
ОПЗ, говорит, могу сыграть. ЦПЗ, ну, короче, в середине поля. В защите. Да-да-да, нашел меня в этом. ПСН. В любом случае, мы его сейчас же не заявили за на чемпионат мира. А с этими поляками хер его знает. Ты вообще слышал за этот турнир когда-то или нет? Видел, да. Типа, я... Ну... Не, не жалко, как бы. Главное просто, чтобы они не слились потом, понимаешь? Просто, ну, ты понимаешь, они должны же какой-то типа этот призовой фонд. Как бы что-то. Это где? Это в Корее у меня была, по-моему, призовая, да? Да. Ну да, вторую, третью. Скорость реакции типа упала. Но. Израиль, о, Димон Израиль хотел. С Ираном. Ты чего? Сейчас будешь рвать там все. Определитесь. Бери себе Дабура. А где Соломон? О, Соломончик есть, отлично. ЛПЗ. А я какой ЦЗ? Правый, левый? А Юра где? Слушайте, у Израиля неплохое нападение, блин. 80-79, АПЗ Саба, блин. Защита. Который на Димона похож, вот этот. В середину.
ПЗ вообще, Николай. А Захави где игра, Димон? Захави в Реале. Дима хочет с ним со старта. Сейчас будет мясо. Да, мы уже привыкшие, нас испугать тяжело. Нет, это те, которые Костю в финале прибили турнира, где мы вылетели. Не-не-не-не, это чемпионы. Ну, десятку заберите. Да, центр поля. Ну, состав экспериментальный, Андрюха, что ты хочешь? Это ж... А типа, так поэтому могут быть провалы. Хорош, Димон. Давай, давай, Димон, давай, давай. Покажи им шалом. Выше, выше, ЦЗшники. What?
Низом. Пробегает просто низом. Хорош, Олежек. В этот, блядь. Не залазьте в этот. Нет, только в краке не могу. Блять, он вообще не может мяч отобрать. Баки кинем мертвые. Три. Да. И 70-ми ТЗшниками. Да бери, беги, беги, да беги, родной. Хорошо ли? Так я вообще не рассказываю никогда никому. Я сам знаю, как это тяжело. Выйди, ТЗшник, кто там застрял? Ага. Но они, ребята, если он получает мяч, у него 4 секунды на решение, это мы стоим в своей штрафной. Но когда он получает мяч, его 4 секунды никто не встречает, это тоже путь никуда. Так куда я играю на это самое? Я выше от штрафной 10 метров не отошел еще. Просто я встречаю, потому что больше никто не встречает. Я ж не бегу в нападение. Так я с мячом, блин, ну я же отдавал мяч. У меня же был мяч, как бы, ну как? Мне было с мячом бежать к своему роту? Тут бесполезно, конечно. Так я отдал. Правильно. Вот это, Андрей, самое умное решение.
ты, в кинкот. Это я выносил. Это я вынес в край. Это не пас, это квадрат. Вперед, только вперед. Димчик аккуратно. Дионь, забегай, Дионьчик, ну чё ты бежишь назад? Всегда ж края забегают. Не та ситуация, чтобы забегать. Ну как, всю жизнь мы так играли. Чё я менять-то? Да, блядь. Да, там... Ну, да. Не. Не пора. Interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Ну, эксперимент, Андрюха, что ж ты хотел? Дальше экспериментируем. Ну, семидесятками тяжело, Андрей. Ну, посмотри на его статистику. Вернее, ну, я как могу.
Я уже оформил. Мне или позицию поменять, или игра поменять. Я состою в опорке, а там чувак, который вроде скорости ничего нет. Не получится. А хотя фото. Но там отбор вроде что-то есть. Ну, да ладно, им письмейкер C10-2 проиграли первую игру. Или 9-2. В финале. Да. Ну, приличными командами. Пятерочками. Поэтому как бы покажет все вторая, третья эра. Бля, а я кто, Андрюха, я кто? Сейчас. ЦЗ? Хоро. Правый? А че в центре? Я статистику смотрел, я не видел перестановок. А, правый ЦЗ. А, понял. Понял. Да, правый ЦЗ. Вот я смотрю, что я не правый ЦЗ, я левый ЦЗ. Встречай. Хорош, Алекс. Да, мы смотрели статистику, блин. Выходим, защитка. Хотя, наверное, не выходим, блядь. Не выходим. Садимся, я бы сказал. Сними нехуй, потому что не хватает, не встречает никто перед штрафной. Поэтому нужно 4-3-3, наверное. Закинул диван. Хорош. Хорош, Алекс. Ну, или это не остановились, или как бы эта схема и полегче.
Substitution going on here. Number 17, number 18, number 4. Substitution is taking place. Ючик до конца. Отлично. А что, дальше не выносит, говорю? Ух ты, ёшкин кот. Не, ну это такой-то пиздец, блядь. Да ну нахуй. Нет, а понятно, понятно. Ну это наш косяк. Не, он был... Все, правильно, правильно. То есть, ну, ничего положительного мы сейчас не получаем, как бы, вот это, ничего не наигрываем. Ну... Не-не. Посмотрим. Я думаю, что будет лучше. Видишь, он вот нихуя не может выиграть этот, блядь, ЦЗшный. Нахуй такой нужен. А мы ж даже не знаем, каких не ЦЗшники могут. Кто? Да ну, да, даже.
кто правозащитник? Кстати, они будут брать постоянно 3 звезды, мы договорились, а мы как бы можем брать 3,5. Поэтому как бы дальше будет полегче. Да выносите в... То есть это вообще, вот я им пошел на встречу, потому что сказал, что мы как бы 3 звездами уже отмучились. Они такие, ну берите типа 3,5, ладно, хуй с вами, мы одну с вами троечками сыграем, а потом будем 3,5 брать. Да смысл, а хули тут... Да. А, не мяч! Бля, ну он даже вынести его нахуй не может, пидор, блядь. Не, наши дотерпят, наши очень крепкие. Хули тут действительно. Put on their defense and were duly picked off. That's where we have to end it. And my commentator Jim Beglin, a very good evening to you all.
Я вообще к вам не буду приходить, но у вас все печально. У вас все там плохо. Я позову это. Давайте, давайте, давайте. Мы с ними играли, мы с ними боролись. Это не какие-то киберы, мы их обыгрывали даже. С кипером играет. Пять три. Схема какая? Елочка? 5-4-1. Интересно, мы так еще не играли. Там только Джеку. Чехия нет. Финны, Франция, Грузия, Германия. Ирландия вроде нет. Так, 20 секунд. Давайте. Давайте боси. Словакия, нет, не хотите? О, он еще на стрелке, блядь. Сука. Слушай. Слышь, Андрюха, а может по этой схемке и катнем, как они вот играют? Как в принципе, как ты факт. Нет.
Бля, я хуй. Да. Вот так ты хоть. А не, бля. Вот так. Вот тут есть вот все. Только так могу. Другой схемы тут нету. Один ромбиком ты хочешь, блядь. И... Интересно. А он не шкринер и... Лопотка, блядь. А вот тут есть. Стало, не? Бля, это не лучше, да. Сейчас что такое? А что не так у вас там? А, я этим. Я лоботкой? Ну ничего, буду лоботкой. Ну ничего. А кто? Зену сейчас. Олег. Или Андрей. Сейчас будет пиздарец, я имею в виду, будет такое столпотворение, поэтому смотрите, если уже идет борьба, просто бегите в разные стороны. То есть там один-двое борются, третий, четвертый однозначно туда не бегите. Бегите к своим игрокам, просто бегите мимо по своим делам, но не создавайте ажиотаж на мяче. Йоза Марина. Андрюха, ты знаешь это прикол про Йоза Марина? Нет, Ротенберг дал нам, да. Йоза Марина. Не ссы. А кто в паузе будет, сын? Нахуя паузу? Спасибо. Так, лоботка, да? А, я правый ЦПЗшник. А где все? Да, ну... Держи. Все. Да, да, ну, Алик же остался. Я что-то вижу, что он встал. Все. Он пойдет вверх, я его прикрою. Может быть, не успею. Так, Андрюха, давай, это твои эксперименты, поэтому ты не то самое, блядь. А, я вратарь, ёпта. Смотри, вот ты говоришь, я ЦПЗ, видел, где мой стоит? Вон, вон. Ну да, что-то не то, блядь.
Так я первый раз просто такую схему играю, хер его знает. Там, бля. А где? А чё все? А все на 11? Чего? Да, а чё? Давайте, вспомните, что вы умеете играть в этот футбол, блядь. Хорош, правда. Интересно, вот здесь бы еще мяч подобрали, было бы еще лучше. Димончик. Юрчик, а куда ты? Не-не, там ничего не было. Я, он слышит, он не говорит. На мяч. Малик твой. Хорош. Отлично. Пошли, пошли, пошли. Во втором. Хорош, Али, тащи, тащи, тащи! Угу. По крестикам. Та ну. Не, я имею в виду, что он такой тонул. Дом, 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 дом. Ай, ну что? Дисконнектил, я понял. Хорош. Пожалуйста. Есть край. Офсайд. Надо напоминать, я чуть-чуть подзабываю, блин. Че-че-че, все хорошо. Блядь, пас. Один встречает, и этот один Пракс. Хорош.
Угу. Есть шире. Все, 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 по позиции. По позиции. Квадрат! Хорошо, что румын какой косорылый попался. Так, а ну вагиф. На, сука. Блять, офсайд. Сосите писю. Алекс, садись со своим. Угу. Разворачивай, да. Мой, 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 мой. Сай, Алекс. Вдвоем его тут. Квадрат или так? Хорош. Там у нас кто-то в засаде бежит. Мой. По людям. Хорош, Андрюх. Мой. Алекс. Можно мне? А, это Андрюха. Шире. О, хорош. Перерыв. Ну, был один чуть-чуть провальчик у нас, но потом нормально. Ну, передача у нас, конечно, пиздец. Excellent. X,
Конечно, просто. Ты можешь не, максимум не опускаться до середины поля, да, дальше уже. Близко стоял вообще. Центр ближе. Хорош, Али, хорош, хорош, отлично. Я подстрахую серединку. Вагиф, да. Отлично. Выношу туда. Санька рассталась. Есть. Не. В середину, Дёня, вот набегает, смотри, видишь, вот в серединке. Катни, я без ускорения раздам либо влево, либо вправо, и сразу остро. Своему и в касании. Да расставайся, Дёня. Вагиф. Сайт бегать. У нас идет время замен, а меняй, может, кого? То я все. Я меняю, тихо, я замену кидаю. Все, выходим.
Выходим, 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 выходим. Еще две замены. Две замены еще есть. Есть, есть, успеем. Да. Они хорошо сыграли. Они очень хорошо сыграли. То есть тут как мы проебали, они просто сыграли хорошо. Имеется в виду по таймингу. Паузу нет. А у них заготовочки все как, поэтому нужно по людям играть. Разберите. С 20-м кто? Я, ладно. С 6-м кто? Дом. Хорош. Ну или квадрат, то что хотите сделать. Не, ну нам в любом случае с такими темами будет там приходиться играть, поэтому лучше сейчас. Ага. Ох, хорош. Ах. Было бы хорошо, если бы не офсайд. Ну, 30 наверное, не стоит. Forward it goes.
Stops available out wide. Nice touch. That intervention was very necessary. Could move up a gear here. Duda. Олежка бежал, а чё ж ты? Или кто-то элитом был? Там чуть позади стоял игрок за ценом. Увидел. Вот на него даже. Ну я в касание бил сейчас квадратом. А в какое еще одно? Ты что же вроде дал в одно? Ну да. Мочек, ну тяжело в учении, легко бьют. Мы когда-то так постоянно, ну как проебывали. Мы же хотели даже, я помню, завязать с этим режимом. Ну ничего. Стабилизировалось чуть-чуть. Чуть сейчас выбрали не по людям. Оно тоже чуть дало. Ну ты бы был бы полезнее, чем я, например, в ЦТЗ. Вернее, в опорке. Или кто там в опорке, Андрюха? Ты понимаешь, Андрюха, ну, в касашку еще и игрок должен, во-первых, обладать каким-то хотя бы там пасом, но должен. Ну да. Касашку. Если бы было бы так просто в касашку, опять же, чтобы сыграть в касашку, ты должен сыграть кому-то. Перевод. Назад. Там стоял. Ого, там, что? Ошибки не прощает. Слушайте, а ну я спрошу у него, давайте 4-5 сыграем, потому что, ну, понимать, либо мы хуёвые, как бы. Да. Он пишет типа 4-5. Алекс, замены нету. Алекс, подожди. Мы хотим типа мы будем тройки, а выберите их 4-5. Ну то
даже потом. Давайте четверку возьмем. Хорош, хорош. Давай с праздничком. Уже запускают, а не спросят. Да, в чемпионат мира следующая неделя, как бы, а Е-лига начинается с 21 числа. Новая сегодня, а и Friendly Cup сегодня жеребьевка. Ну, короче, то, что мы играли. То есть у меня три турнира. То есть подумаем, я что-то им нет. Что-то, ну, ты знаешь, эти не, ну, как-то вот они резко ворвались, блядь. Резко они ворвались. Че, кто куда? Ты направо, Андрюх, ты направо. Така хули, это есть такая богиня египетская, така хули. Кто, кто, така хули? Я не помню, там типа как... Такая хули.
что же? Ну, Чили, блядь. А сколько у Чили звезд? Четыре. Четыре. Слушайте, они по статистике. Чего они будут у тебя, пиздец? Аргументируй. Я на какой позиции? Ты правый полузащитник. Санчес. Какой правый полузащитник? Ну, Санчес, ОФ. Ну ты что, открой картинку. Чё, что мой телефон не работает? Я уже говорил об этом. У вас в Беларуси уже телефоны забирают Лукашенко? Вот, сучка. Да обнова пришла и телефон ёбу дал. Блять, у нас впереди вообще пиздец. Вообще пиздец. И вся замена. Да, только низом. Только низом, блядь. Да, ОПЗ хорош, бургарчик. Так, выпусти бургар... А, не хочется. Варгас. Еще. Чего? Ну там не только турки, Андрюха. В том-то и дело, они, видишь, пособирали, как бы. Не, арабы. Ашри. Они сейчас переименовались как-то Аи и Тихат называют. Механизм. Да. А кто будет выбегать на подачу? 20-й? Кто? Это ты.
Ай, да, я ран, ну... нажал ран до того, как принял. Да и я промахнулся. Нажимал. Как успел среагировать, так нажал. Хорош. Только не верхом, низом. Блять. А низа там бы там двое уже стояли. Я бы начал бы двигаться, у меня бы. Верхом смысла нет. 1.63 метра. Ну, смысл. Так мы ему подсказываем, чтобы он принял правильное решение. Правильно сделал такое субъективное. Просто кроссить. Виталик, не спи, брат. Молодец. Вон, домой. И, отлично. Молодцы. Один. Олег, хорош. Ну это... Не, ну он попал, Андрюха, он попал. Да. Ну это ручным интересом он дал или как? Ну охуенно попал. Что красиво, то красиво. Просто касание, видите, пасик? У нас хуй кто так отдаст, кроме Жеки. Вот ни один ФСшник вот никогда у нас не даст такую передачу, к сожалению. Блядь. Там мы сколько таких забивали. Нету таких пасов у нас, конечно, разрезающих, только когда Жека играет. Ну что, скоро он вернется. И будем брать чемпионат мира. Разыгрываем, Андрюха. А, хуй там. Да, хуй там, все впереди. Принимай. Ага, вот это оно, вот это оно. Ну раньше ж да это его. Вот, хорошая. Товкас. Вот.
Левого. Не дошел. Ну, у них 3 звезды, у нас 4, поэтому пока весь. Я, кстати, вот если бы ставочки принимали бы, я бы как бы 10 евро бы на минимум в то, что они в финале будут чем бы поставил. Очень прилично играет. Ну это кибер, да, это как любой киберспорт, кто быстрее на кнопки нажимает, тот и побеждает, то есть это, ну это называется, быстрее принимать решение. Хорош, Димон.
sounds now are very audible. Мы как-то разучились выносить мяч. Chance to break. He gets past his man. Vidal. Oh, it's a fine challenge and it goes his way. Нам бы сюда каких-нибудь бы пробить. Сука. Хорош. На 11. Да нет, там некому прыгать, сука. В стеночку сыграйте. Ну, блядь, чего в стеночке не играть никогда? Обыграйся. Thank you.
Выноси, ну, если некому, то лучше вынести. Входи, входи. Блин, ну куда ты сейчас вешал? Ну что там 1.63 он сделает головой? Низом, дай треугольником, блин. Сука раз. ЦЗшников подождите длинных. Хорош, хорош, молодцы. А причем как бы свой же а ну
Хорошо. Ну, ЦЗшники, бегите. Оба ЦЗшника, давайте. Не, вдруг ЦЗшники прибежали. Спасибо.